Я думаю, что этот палац культуры, он дал нам натхнение, и все мы, те, кто уже вступил в союз письменников и шмат годов назад, начинали тут, у этой зале, и очень здорово, что есть этот дом культуры. Я долгий час працювала в «Гомельской правде», дома, и была у меня авторская рубрика «Вандровки по вёсках», и вот я толкнулась, и Антонова пропоновала Минамита Гадичева. А я вчера взяла архив свой, полистала мне 10 вёсок, есть вёска Лопатина и многие-многие иншие вёски Гомельщины, которые подарили столько тепла гутарками с вязковцами, и это не забывается. Ну а сегодня хочу почитать переклад с русской мовы. Ведаю, что наша Галина Александровна занимается перекладами Ганны Перевозовой, ну а я перекладала ось ранее ее один верш, поэтому я подарунок почитаю. Это Ганна Перевозова с поселка Мостовский Краснодарского края, а мы активно працуем в перекладах с России. Я ведаю, рано или поздно в любой чужеземной краине без этого свету березок все темным побачится, зимним. Без этих нахиленных яблонь под тяжкой ношей плодов, что веросень шодры справный раздать без остатку готов. Без гутарки речки оранки, что хутка смывая тугу, и долго гуляя у хаванки со стежкой согнутою дугу. И навод коли в нейкой дальней, хай навод и райской краине, запахне дождем и грибами, сгадаю свою я родину, и буду томиться, худшей бы, убачить бы только, худшей я е распростертое небо над бомами церкву зачать.